Поддержка людей в трудной жизненной ситуации совместными усилиями профильных ведомств. В Североостинском госуниверситете прошла научная практическая конференция. Собравшиеся говорили о развитии межведомственного взаимодействия по решению актуальных вопросов социальной поддержки. Участники конференции отметили, что в рамках реализуемых программ в Северной Осетии созданы условия доступности в учреждениях социальной защиты, культуры, спорта и занятости населения. Также на встрече обсудили развитие системы комплексной реабилитации в рамках республиканской программы помощи инвалидам. Целью конференции является консолидация органов исполнительной власти, общественных объединений, организаций, благотворительных фондов, профессиональных сообществ республики для решения вопросов по предоставлению социальных услуг.